по результату жесткое поражение первое. По игре мы проиграли первые 10 минут, которые завершились голом, хотя прекрасно представляли, что дома Галатасарай будет очень активен. Потом мы имели хорошее преимущество, была хорошая игра, были ближе к тому, чтобы отыграться, чем пропустить второй гол, который просто нелепый. Вместо стенки, который 5 человек, мы поставили 4 человека. Ну, а третий гол он, в принципе, не решал. Что 2, что 3. Игроки пошли на стандартный ва-банк. Раскрылись, получили. Но сложно объяснить, все-таки игроки у нас достаточно опытные. Объяснить нужно, наверное, простой ситуации Родригеса. Мы смотрели несколько матчей, и все прекрасно знают его правую ногу, он уходит в центр и бьет. Эту ситуацию не проконтролировали с правой стороны. Но потом было хорошее преимущество, была хорошая игра. Пока так мне сложно даже сказать, почему мы проиграли первые 9 минут. Минут мы играли неплохо, может даже и очень хорошо, но футбол — это не хорошие куски игры, а футбол — это забитые голы. Вот забитые голы у нас сегодня, они даются с трудом, и даже из таких ситуаций в первом тайме мы не смогли гол забить. Комментировать даже сложно чего. Я бы прокомментировал, наверное, так: счастливые футболисты, которые играют при такой поддержке болельщиков. Болельщики им не дают остановиться. Сейчас довольным чем можно, когда проиграешь 0-3. Результат определяет, наверное, довольны болельщики или недовольны. Схема и Идоу, на мой взгляд, Идоу достаточно неплохо сыграл. Он на этой позиции играл и в сборной Нигерии, и в Амкаре. Для него ничего неожиданного не было. 3 центральных защитника, которые играли, они тоже все на своих местах были. Здесь никто для себя на неудобном месте не играл, по крайней мере. А схема оправдала или нет? Раз 0-3 проиграли, значит, он не оправдал. Время должно хватить, потому что я считаю, что мы в функциональном состоянии становимся от игры к игре лучше. Немножко психологически надо восстановиться, потому что, конечно, игроки очень расстроены, и восстановление всегда после побед оно быстрее и лучше идет. Но ничего страшного, это часть жизни, часть футбола. Примем критику, полезную, которая для нас. Сейчас нас критиковать можно.